пятницу в Самарской области переменная облачность, преимущественно без осадков, минус 1, минус 3 градуса днем, ночью 6-8 ниже 0. Ветер западный 1-3 метра в секунду. Сызрани облачно. В дневное время минус 2 градуса, ночью минус 9. Западный ветер 2 метра в секунду. В Тольятти малооблачно. Днем минус 3, ночью 6 с минусом. Западный ветер 1 метр в секунду. В Самаре переменная облачность. Днем минус 2, ночью 9 ниже 0. Юго-западный ветер 2 метра в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 63%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.